ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, я прочитаю из первой песни Шримад Бхагаватам, из второй главы «Божественное и божественное служение», текст шестой. Савапум сампару дармо ято бхактира дхокшаджи ахайту кия пратихата яятма супрасидати. Высшим занятием, дармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению, к трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Комментарий Абхая Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки. Да. В этом утверждении Шри Суты Госвами дан ответ на первый вопрос мудрецов на Нишаране. Мудрецы попросили его обобщить все богооткровенные писания и выделить из них наиболее существенное, чтобы они стали доступны пониманию наших падших людей, которые составляют большинство. Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется правритти-маргом, путем чувственного наслаждения, а другая невритти-маргом, путем отречения. Путь наслаждения низший, а путь самопожертвование ради высокой цели выше. Материальное существование – это нездоровое состояние живого существа. Его истинная жизнь – духовное бытие, и бытие на стадии Брахма-бута, где жизнь вечна, блаженна и исполнена знания. Материальное существование временно, иллюзорно и исполнено страданий. В нем вообще нет счастья, а есть только тщетные попытки избавиться от страданий, и временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений, временных, жалких и иллюзорных – низший путь. Но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни, блаженству и всеведению, называется высшей формой деятельности человека. Иногда, если к нему примешиваются низшие качества, оно оскверняется. Например, если человек обращается к преданному служению ради материальной выгоды, это, безусловно, создает препятствие на его пути к отречению. Отречение или самопожертвование во имя высшего блага бесспорно предпочтительнее наслаждения жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезнь. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления к материальным наслаждениям. Следовательно, необходимо обратиться к высшему знанию, преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности и философских спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести вечное утешение. Кусочек только прочитали из этого комментария, и этот стих и комментарий как никогда подчеркивает важность преданного служения, его непрерывность и бескорыстность. Поэтому у нас сегодня с самого утра бескорыстно и непрерывно будет такая возможность служить Господу различными способами. Ведическая культура предоставляет огромные возможности для этого. И сегодня вы участвуете в важной форме Бога в этом приглашении, где Вед будет приглашать Вишну войти в огонь, и эта кунда будет языком или ртом, через который Господь будет принимать ваши щедрые подношения. То, что у вас на тарелках, это то, чем мы будем кормить Господа. Все это будет предназначено для Его удовлетворения. И, конечно же, это будет сопровождаться воспеванием ведических гимнов, таких как Брахма Самхита, и воспеванием Хари Кришна Махамантры, что является юга-дхармой, который принес для нас Господь Чайтанья Махапрабху. Сегодня он лично присутствует здесь, на Яге,
присутствии Сарампары и его святейшества Бхакти Вишну Винасана Нарасимхи Махараджа и всех вайшнавов мы в этот удивительный день. А вы знаете, что сейчас идет месяц Пурушоттама. Это означает, что все усилия на духовном пути умножаются 16 тысяч раз. Кроме того, говорится, любое служение, направленное на удовлетворение Бога, в день Экадыши увеличивается еще в 1000 раз. Помножьте 16 тысяч на 1000 раз, и все эти усилия в преданном служении вы можете сегодня обрести. Важно, чтобы у вас было вот это сознание, умонастроение удовлетворить Господа Кришну своим служением, удовлетворить Шрилу Прабхупаду и всех вайшнавов. И тогда милость беспрепятственно прольется на всех нас. Я буду краток, заканчиваю. Шрила Прабхупада ки джай. Доура Примананды. Пашьянти панти калаянти ширам джаганти Ананда чинмая садуджвала виграхасья Говинда мади пуршам Рамахам баджами Адвайта машюта манади мананта рупам Адьям пурана пуршам навайованам ча Ведешу дурлава мадурлава матма бхакто Говинда мади пуршам Тамахам баджами Фантасту коти сатаватсара сапрагамьо Пайора тапи манасо муни пунгаванам Совьясти яд прапада семья мишентя татве Говинда мади пуршам Тамахам баджами Рикотя саураса идам джагаданда котим Якчакти расти джагаданда чая яданда
Шамдандараста Парамано Чаяндарастам Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Ясмала Бхавита Дио Ману Джаста Тайва Сампрапья Рупа Махимана Санаяна Пуса Саутерья Мева Нигама Пратидай Сливанти Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Ананда Чинмая Саса Пратибхавитами Кабирья Эва Нича Рупа Тая Калаби Голока Эва Нивасати Акилатма Бутто Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Преманджана Чарита Бхакти Вилочанена Санта Садайва Ридаешу Вилокаянти Ям Шама Сундара Мачинтья Гуна Сварупам Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Рамади Мурти Шукалани Амена Триштам Нанаватара Макарот Буванешу Кинту Кришна Свайам Самабават Парамапуманьо Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Ясья Прабха Прабхавато Джагаданда Коти Коти Швашеша Васудати Вибути Бинам Тадбрама Нишкалам Анандам Ашеша Бутам Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Майя Ясья Джагаданда Сатани Суте Прайгунья Тадвишая Веда Витая Мана Саттва Галамби Парасаттвам Вишудха Саттвам Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Ананда Чинмая Расамратая Манасу Як Пранинам Пратипалам Смаратам Упетья Лилаяте на Бхуванани Джагатья Джасрам Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Голока Намни Ниджанамни Далеча Тасья Дайви Махеша Харитама Сутешу Тешу Эте Прабава Ничаяви Итасча Ена Говинда Мади Пуршам Пралая Садана Шакти Река Чайева Ясья Бхуванани Випарти Чанга Эчану Рупам Апи Ясья Чачеста Теса Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Шри Рамья Тата Ивикара Вишеша Йогат Санджая Тена Хитата Прикадасте Это Ясамбутам Абитата Самупайти Карьян Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Нипарчарева Ида Санкара Мапупетья Нипая Теви Рита Хетру Самана Дарма Ястадрикева Ича Вишну Тая Випати Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Якарананна Баджале Баджате Смайога Нибрамананта Джагаданда Сарома Кумпа Адара Сакти Мавалампья Парам Свамурти Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Ясья Каннишва Ситакала Матавалампья Иванти Лома Вилача Чагатанда Ната Вишнон Махансария Ясья Галави Шешо Говинда Мади Пуршам Тамахам Баджами Васвам Ятасма Сакалешу Нитешу Теча Свиям Кият Пракадаят Натитатма Бхатра Брахмая Эша Чагатанда Витана Карта Говинда Мади Пуршам
purusham tamaham vajami yatvada palavayugam vinidayakum va namne pranama samaye sagana dhiraja vignan vihanta malamashya jagatrayasya govinda maji purusham tamaham vajami Агнирмахирагамам кумарудишасча Калхастатхатма манасихи джагатраяни Ясмат баванти вибаванти вишанти ямча Говиндамади пурушам Камахам баджами Якшакшуреша савитаса калаграханам Раджа самаста сурамурти рашеша теджа Yasya-gnaya-mrahati-sambhara-dakala-chakro-govinda-madhi-purusham-tamaham-pajami-dharmo-dapapa-nuchayakshu-nayastapamsi-brahmani-kita-pagadava-dayas-chajiva-yastata-mantra-dipava-prakata-prabhava-govinda-madhi-purusham Tamaham Bhajani Yasmin Rupa Madhavendra Mosvakarma Vandana Rupa Palavajana Mapanohi Karmani Hirda Hendi Kintu Shabhakti Vajam Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhajani Yantro Prakama Sahajatra Yagi Viti Vatsalya moha guru gaura vasega bhavaye Sanchintya dasya sarishim tanuma purete Govinda madhi purusham amaham bhajami Siya kanta kanta parama purusha kaupataramo Ruma bhumi shinta mani yadamai parama kanta Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Тремя пальцами правой руки. Указательным не касаемся зерен. Джана, Шалакая, Акшу, Умидам, Енам, Тасмай, Шри, Гураве Намаха, Сваха, 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 Шри Чайтанья, Манубишам, Запитам, Енабутале, Свай, Своям Рупам, Кадамагьям, Дадати, Свападантикам, Сваха, 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 Вандехам, Shri Guru, Shri Lam, Padakamalam, Shri Guru, Vaishnavam, Shri Rupam, Sagajatam, Sahaganam, Raghunatham, Nityam, Tasajivam, Sadvaitam, Sadhagurutam, Парижана, Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шрирата, Кришна Пада, Сахагана, Валита, Шри, Шришакамитам Ча, Сваха, Сваха, Сваха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свами Итинамине Намасте Сарасвате Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине Сваха 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 Вишну Падая, Кришна Престая, Бхутале, Шримате, Бхакти Сиддханта, Сарасвати, Итинамине, Сваха, 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 Шривашабханали, Деви, Дайтая, Трипатхвае, Кришна Самбхае,
Кришна Самбанда, Ияна, Дайне, Прабхаве Намаха, Сваха, 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 Матхурья Джвалая, Тимадья, Тирупануга, Гаура, Гаруна Шакти, Гиньяная, Намостуте, Сваха, 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 Намасте, Гауравани, Шримуртае, Динатарине, Рупануга, Вируха, Апасиданта, Канта, Харине, Сваха, 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 Намо Гаура Кишорая, Саршат Парагия, Муртае, Випраламба, Насамбодхе, Насамбуджая, Тенамаха, Сваха, 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 Намо, Бхактивинодая, Сачитананда, Намине, Гаура Шакти, Сварупая, Рупануга, Варайате, Сваха, 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 Гаура Вирбхава, Унисвам, Нирдешта, Вайшнава, Сарвабхаума, Джаганатхая, Джаганатхая, Тенамаха, Сваха, 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 Ванчакалпа, Дарумьяща, Тимасиндуя, Эвача, Пахитанам, Паванидьо, Вайшнавидьо, Намо Намаха, Сваха, 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 Намо Маха, Адамьяя, Кришна Према, Прадаяте, Кришная, Кришна Чайтанья, Намне, Гаура Трише, Намаха, Сваха, 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 Панчататватам, Кришнам, Бхактарупам, Сварупатам, Бхактаватарам, Бхактьям, Намами, Бхактшактикам, Сваха, 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 Хе Кришна, Каруна Синдху, Динобанху, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Кантарада, Канта, Намостуте, Сваха, Сваха.
Namo Namaha.
Никакой постановки не бросать. Только дома. Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Thank you.
Ты видишь, что я не вижу. Ты видишь, что я не вижу.